Как вы видите, из 5 створных знаков, которые мы использовали, 3 попали очень прекрасно. Точность, полученная тахеометром с технологией автоматического наведения отражателя ТР+, она была сопоставима с точностью цифрового нивелира. Селюков Андрей Юрьевич. Представляю компанию «Навгеоком Юг». Наша компания базируется в городе Краснодар. Мы специализируемся на поставке геодезического оборудования Leica Geosystems. До известных событий наша компания являлась дилером компании «Гексагон». Но после, так сказать, великого исхода всей глобальной тройки мы остались один на один, так сказать, с реальностью. Но на сегодняшний день мы уже отладили канал параллельного импорта и готовы поставлять весь спектр геодезического оборудования Leica Geosystems, начиная от самых простых решений и заканчивая георадарами AGS. В конце прошлого года с нами связалась маркшейдерская служба Ломоносовского ГОКа компании «Североалмаз» и предложили провести некий такой эксперимент по наблюдению, GNSS-наблюдением для проведения работ по деформационному мониторингу створных знаков. И данные необходимо, чтобы соответствовали нивелированию второго класса. Ну, прежде чем согласиться, мы провели некую такую пробную работу у себя непосредственно около офиса в миниатюре. И после того, как результат нас устроил, мы согласились. Для того, чтобы исключить погрешности, которые может предоставить по данным знакам, на которых необходимо провести сравнение заказчик, то есть нами было принято решение самим произвести нивелировку одной линии створных знаков. Это мы сделали высокоточным цифровым нивелиром LS-15 с точностью 0,2 мм на километр хода и двумя инварными рейками GPCL-2. Почему, собственно говоря, заказчик попросил нас это сделать? Потому что они захотели уйти именно от вот этих исследований с помощью нивелира. Длина хода при этом составила 2 км 265 метров. Из основных трудностей, которые проходили именно во время прокладки нивелирного хода, это погодные условия, снег, ветер, высокая влажность, малая продолжительность светового дня. Для того, чтобы как можно быстрее и больше выполнить работу, в съемке участвовало 3 человека. В компании и на обслуживание этого ГОКа маркшейдерская служба, в принципе, состоит всего из 3 маркшейдеров. И поэтому створных таких линий порядка 20, и проводить такую работу необходимо раз в 3 месяца. Поэтому получается, что вся служба выпадает из повседневной работы на эту работу время около 2 недель. Следующим этапом, когда мы получили уже данные нивелировки, мы производили уже спутниковые наблюдения. В спутниковых наблюдениях у нас участвовало оборудование Leica Geosystems, причем разных, так сказать, поколений. То есть самый современный GS-приемник GS-18i, приемник Leica GS-16 и предыдущего поколения приемник Leica GS-15. Так как створные знаки оформлены в виде пунктов принудительного центрирования, для того, чтобы не потерять ни одного миллиметра при измерении высоты прибора, то есть нами было принято решение сделать вот такие вот металлические пластины, откуда производилось измерение именно до площадки самого створного знака. Длительность наблюдений, статических наблюдений, порядка 5-6 часов проходила с частотой регистрации измерений в 1 секунду. Следующим этапом проходила камеральная обработка. Всю камеральную обработку мы выполняли в программном обеспечении Leica Infinity. Все данные, полученные и цифровым нивелиром, и GNSS-измерениями, проходили в одном программном продукте, как я уже сказал, Leica Infinity. Следующим этапом обрабатывали уже GNSS-наблюдения. Работа вся ведется в своей локальной системе координат, то первым этапом, конечно, была привязка к пунктам для определения параметров трансформации местной системы координат. И уже следующим этапом мы производили точные измерения именно непосредственно на линии створных знаков. Помимо всего, заказчик попросил провести некий эксперимент по работе в режиме РТК. В чем заключалась сложность? Имеющееся у них оборудование, не получается использовать его именно в карьере, потому что глубина карьера 450 метров, 1-ваттный радиомодем,
просто-напросто не добивает сверху вниз. То есть проверяли мы с использованием прибора Leica GS18 в качестве ровера. Показал себя он прекрасно. Даже под стенкой карьера он получал фиксированное решение, используя систему позиционирования GPS, GLONASS и Beidou, то есть даже без Галилео. Вся отчетная документация, которая предоставлялась заказчику, также выполнялась с использованием программного обеспечения Leica Infinity. По окончанию, то есть мы предоставили уже результаты. Как вы видите, из 5 створных знаков, которые мы использовали, 3 попали очень прекрасно, ну, 2 из них едва-едва мы, конечно, вложились, но, тем не менее, они вошли. Данная технология подразумевает отсутствие привязки к погодным условиям, то есть вы можете работать в снег, в дождь, как угодно. При этом нет необходимости работать только днем, то есть вы можете работать и ночью. Всю работу может производить один исполнитель, при этом ему нет необходимости находиться во время съемки рядом с оборудованием. То есть это серьезно экономит время. Остальная группа может заниматься как раз-таки своей непосредственной работой в карьере. Минимизация ошибок за то, что человеческий фактор, да, то есть вы поставили прибор, прибор не двигается, прибор стоит, набирает информацию. Ну а также, соответственно, исключается поломка аксессуарной части, ну, допустим, если это нивелир, то в данном случае нет никакого износа рейк. В данной презентации мы описывали только GNSS наблюдение, то есть нами-то еще был предложен заказчику еще один вариант подобного мониторинга. То есть мы им предложили использовать не GNSS, а роботизированное решение, высокоточный тахеометр Leica TS16i. К сожалению, я в свою презентацию не добавил эти слайды, но от себя могу сказать, что точность, полученная тахеометром с технологией автоматического наведения отражателя TR+, она была сопоставима с точностью цифрового нивелира. Поэтому заказчик тоже серьезно задумался, и им понравилась эта идея. Тоже так же можно работать одним человеком.